Доброе утро, друзья! Снова начинается утро, соответственно, начинается момент приготовления. Сегодня морковные оладьи, возможно, мы их приготовим с вами вместе, возможно, только я, но уверен, посмотрев на этот процесс, вы наверняка сами захотите их рано или поздно приготовить. Ну и вот я, значит, делаю это. Тут все предельно просто. Конечно, бы на мелкой терке лучше их потереть, ну, в принципе, я думаю, они прожарятся и без того. Что к ним еще необходимо добавить? Конечно же, немножечко муки, немножко сахара. И вообще подавать я их буду с джемом. Джем у меня тоже уже есть. Вот. Но вот этот процесс, требующий больших физических усилий, на сегодня вам зачтется как зарядка. Окей. Хорошо. Что, продолжаем. Что еще необходимо сюда добавить? Повторяю, немножечко муки для того, чтобы связать все ингредиенты. Достаточно, достаточно. Сахар. Ну, поскольку оладьи должны быть хотя бы чуть-чуть, весь не буду, чуть-чуть сладкие, включу плиту и все это дело слегка промешаем. Вообще, мне нравится, что вот у моих оладьев получается такая, ну, фактура, что ли. Надо еще муки, похоже. Не знаю, свяжутся они у меня или нет, но вообще, по идее, это совсем не обязательно. Они должны склеиться во время жарки. Да, склеится обязательно. Форма – это не главное. Главное, чтобы получилось содержание, чтобы было вкусно. И к тому же, поймите, это завтрак, который адресован тем людям, которые следят за тем, чтобы их вес совпадал с их ростом. Знаете же, там есть такая формула. Ну вот, видите, получается некая тестообразная такая масса. Ура! Наконец-то! Тем временем, по правилам, нельзя, чтобы сковорода была прямо уж залита маслом, поэтому я ее лишь слегка промазываю. Ха-ха. Получается. И первый оладушек у меня будет, ну, наверное, сейчас я его слегка сформирую. Вот так. С двух сторон, разумеется, я обязан все это дело пожарить. Чтобы вы захотели сделать то же самое, посмотрите, пожалуйста, друзья мои, как давно в вашем меню было что-нибудь подобное. Не было? Тогда немедленно отправляйтесь на кухню, повторяйте за мной. Смотрите, без особых усилий мы с вами не прилипнут, перевернутся, ну и все. Таким образом, мы с вами формируем оладушки и жарим их до той поры, пока не почувствуете, что морковь вся уже подошла, аппетит уже точно проявляет себя, так что можно лопать. Ну, я к тому времени, надеюсь, справлюсь со своими. Что еще можно сказать? Да, пожалуй, пожелать вам хорошего аппетита. И давайте на скорость. Кто быстрее сделает свои оладушки, тот, в общем, молодец. Вот так. О, вот этот уже надо переворачивать. Так. Слушайте, дело оказалось не таким уж сложным, но зато весьма интересно. Ну-ка, здесь что? Тоже переворачиваем. Во, видите, какие они получаются? Слегка зажаристые. Убавить огонь. Так, чересчур. Слегка. О, хорошо. Вот так. Вот, мои хорошие. О! Ну, такими темпами я сейчас быстренько все это дело. Фи. Будет вкусно, ребята. Будет вкусно. Так-с. Один маленький. И еще один средних размеров. Ну, слушайте, на одного человека такого количества вполне достаточно. Получилась одна морковка, где-то грамм 50, наверное, муки. Фи, вполне, слушайте. Можно действовать подобным образом и время от времени себя баловать. Так. Главное почаще переворачивать, чтобы их не прихватывало чересчур. А, ох вы, мои хорошие. Так. И, наконец, вот этот, его тоже уже, пожалуй, перевернуть. Все, как только они будут готовы, мы с вами начнем пробовать. Главное, чай сладкий и джем обязательно добавляйте, тогда будет вкусненько.
Посмотрите на это, друзья. Как вы думаете, это можно кушать? Сейчас я вам докажу, что да. Старался. Посмотрите, что получилось. Да, слушайте. Интересно. Здесь еще добавлено немножечко мяты и джем. Я положил обычный джем, чтобы как-то разбавить вкус. И я об этом не жалею, друзья. Слушайте, вкусно. На самом деле, что греха таить? Кто не любит сладенькое по утрам, а? Скажите мне. Все? Ну вот то-то. А для вас все это время. Старался сладкоежка Сева Мокин. Увидимся. Пока.